Правильно сделали, надо было вот эти все точки, миллиарды Соединенных Штатов вкладывали, точечно их уничтожили. Я считаю, что надо было уничтожить и не пускать их на нашу территорию, однозначно. И мы их опередили, мы правильно сделали. Россия, конечно, сильнее. Россия сильнее в два раза. Америка, они за счет других, они же не воюют сами, они за счет других влазят. Поэтому мы сплачиваемся вокруг своего правительства. Это было всегда. Россия сильная, мы победим, нам ничего не страшно. А кто сильнее, Россия или Америка? Россия. Чем? Всем народом. Правдой? Россия сильнее. В чем? Во всем. Даже в патриотизме. Мы всегда душевно сильнее и духовно сильнее. В чем сила? В правде. В чем сила? В правде. В чем сила? В правде. В правде, в добродушии сила и в честности, естественно. Как нам врать, если мы завоем эти все города, а они все бросают, всю технику американскую, все бросают, бегут. Кому верить? Им или нам? Нам, конечно, верить. У нас все правда. Все правда. Мы им помогаем? Конечно. Как вы относитесь к применению ядерного оружия по вражеским странам? Я не против. Я против того, что диктует Америка по всему миру. Я вообще, мое мнение, был бы согласен там собраться со странами, которые они ввели войну и уничтожат эту Америку. Если применять его по врагам России, это нормально? Я же говорю, в пиковой ситуации без России мир не нужен. Богом дано, когда умереть, тогда и умрем.